Добровольную страховку будут предлагать турагентства путешествующим по России. О подготовке депутатами Госдумы такого законопроекта рассказывает «Парламентская газета». Депутаты Государственной Думы предложили предусмотреть в законе о туризме возможность застраховать поездки по России. Известна уже и страховая сумма. Она должна составить 300 тысяч рублей. Взносы по ней обещают сделать небольшими. Полис позволит покрыть транспортные расходы, проводить медицинские эвакуации, перевозить детей, оставшихся без присмотра, получать информационную поддержку при организации неотложной помощи. Страховых средств, по словам автора законопроекта Андрея Маркова, хватит и на лечение, выходящее за рамки обязательного медицинского страхования. В законопроекте подчеркивается добровольность такой страховки. Еще одна депутатская инициатива направлена на владельцев горнолыжных курортов. Они обязаны будут предлагать лыжникам дополнительную страховку. Страховой продукт будет покрывать расходы на вызов вертолета травмированному на официально открытой трассе лыжнику. Его стоимость будет в районе от 50 до 100 рублей. Если же человек сломает ногу на непротаренных склонах, у него самого могут наступить финансовые проблемы. Кроме того, новый закон позволит усилить контроль за соблюдением ГОСТов на пункты обогрева лыжников и оказание им доврачебной помощи. Олег Фролов для выпуска новостей.